Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем цикл видеороликов «Домашняя аптечка для питомцев». Сегодняшний наш, скажем так, объект, в данном случае дерево, которое мы с вами разберем, это дуб обыкновенный, семейство буковые. Дуб известное, могучее, нередко высотой 30-40 метров, долговечное дерево с пышной кроной, зацветает с распусканием листьев в апреле, мае. Мужские цветки в длинных свисающих сережках, плоды желуди созревают в сентябре. Итак, кверкус робов, или в данном случае дуб обыкновенный. Лекарственная часть, которую мы используем у нашего дуба, это у нас кора молодых деревьев и веток. И еще плюс мы используем так называемые галлы. Они появляются осенью на листьях в виде таких наростов, таких небольших шишечек. Выглядят они вот так вот. Какими свойствами обладает кора дуба? Она обладает, во-первых, противовоспалительным, ранозаживляющим и вяжущим свойством. Наружно кору дуба можно применять в виде язв, нарывов и также в некоторых случаях при ожогах. Внутрь кору дуба назначают крупнорогатому скоту и лошадям 20-50 грамм, овцам и свиньям 5-10 грамм, собакам 1-5 граммов, кошкам и курицам 0,2-1 грамм внутрь. Даются кора 3 раза в день. Свежеприготовленный отвар из галлов применяется при ожогах. Так что, уважаемые владельцы птиц, если ваша птичка, скажем так, попала случайно в кастрюлю либо в горячую еду, то вы можете воспользоваться таким способом. Приготовить из галлов свежий отвар, либо же в данном случае из коры дуба, и использовать как противоожоговое средство. Кору дуба мы готовим следующим образом. Мы берем ее, измельчаем до кусочков диаметром примерно 3 мм. Отвар коры дуба готовится в пропорции 1:200, то есть одна часть коры, 10 частей теплой воды. Приготовленную кору мы обмываем, наливая туда в небольшую емкость 10 частей воды. Эту небольшую емкость мы ставим в большую емкость, в которой кипит вода, и на водяной бане мы готовим отвар. В течение 30 минут постепенно помешиваем. В конце этих процедур мы процеживаем отвар и доливаем до первоначального состава, добавляем воду. И этот отвар уже применяем при проблемах с желудочно-кишечным трактом, при ранах, язвах, в данном случае, и других проблемах с кишечником, соответственно. Отвар коры также применяется при желудочно-кишечных кровотечениях, как вяжущее средство. Отвар коры концентрации в пропорции 1:5 применяются при обработке коры дуба в пропорции 1:5 применяется при гастритах, энтеритах и как ангельминтное. Подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе новых событий. Мы вместе с вами разберем еще не одно растение. Ставьте лайки. Чем больше лайков, тем больше видеороликов будут в эфире. Берегите и любите своих питомцев, и они ответят вам взаимностью. С вами был доктор Чугуевский.